С благодатным огнем по улицам города. Глава Сыктывкарской епархии вместе с участниками шествия «Бессмертный полк» прошел по улицам столицы Республики Коми, неся лампаду, в которой горел огонь, привезенный из Иерусалима. Вместе с ветеранами, представителями администрации и временно исполняющим обязанности главы республики Сергеем Габляковым, владыка Петерим возложил цветы к вечному огню в память о всех отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны, а также к памятнику «Скорбящий воин», посвященному войне в Афганистане. После парада победы вместе с бессмертным полком участники торжеств прошли к Стефановской площади. Всех вас с праздником! Вы сейчас можете поставить свечи, зайти вместе с фотографиями в Стефановский собор, осветить эти святые для нас образы, потому что защита Отечества – это святой долг православного народа. В Свято-Стефановском кафедральном соборе архипастырь совершил заупокойную литию и вместе с участниками акции помолился об упокоении душ тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину.